Приветствую всех в этот вечерний прекрасный день. С вами я, Стив Бро, и сегодня я хотел бы опять поговорить на тему Артура Кулеша. В предыдущем видеоролике про него я сказал, что я нашел еще один свой контент, связанный с перезалитым моим видеороликом. Перед тем, как отправить жалобу, а то есть очередной страйк, я написал сообщение Артуру Кулешу с просьбой добавить ссылку на мой канал вместо страйка. Данное сообщение было проигнорено почти целых 2 дня. То есть, половину дня Артур Кулеш тупо не заходил, а свою остальную половину дня он заходил, но не смотрел и не отвечал на мое сообщение. И здесь же мне пришлось принять меры, я отправил очередную жалобу, то есть страйк, и в течение 2 часов YouTube ее рассмотрел, и он написал мне, что контент был удален. Было довольно быстро и неожиданно для меня, я был сильно удивлен, я был рад тому, что мои права были соблюдены. Большое спасибо поддержке YouTube. Если бы не они, то и данный контент бы остался. И что ж, второе видео удалено, второй страйк на канале Артура Кулеша. На втором второстепенном его канале. Если еще один страйк, то есть 3 страйка, то Артур Кулеш будет заблокирован на Ютубе. Точнее, второй его канал. Но если второстепенный канал основного канала блокируется, то некоторые, так сказать, меры принимаются и на основной канал. То есть он получит кое-какие претензии на основной канал. К примеру, он сможет заводить неполноценный заработок с Ютуба. А это будет для него довольно печально. Я, друзья, не хочу отправлять 3-ю жалобу, поскольку он выпустил перезалитое мое видео, в котором хотел добавить ролика, но он оставил ссылку на меня. И здесь все соблюдено. Я написал, что я так хочу. И молодец, молодец, исправляется. Но, друзья, если будет еще пара таких видосиков, в которых не будет моей ссылочки, я отправлю 3-ю жалобу. И там уже, конечно, Артуру Кулешу придется не сладко. Надеюсь, он меня услышит. Я услышал его частично. Ну что ж, друзья, я не хочу, чтобы вы здесь опять ставили лайки. Я хочу, чтобы вы подписались на канал. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. Поэтому, друзья, до скорых встреч.